Ну и черты, что не команды. Разговаривать с молодежью особенно важно, потому что это наше будущее. И есть такая пословица: если ты хочешь победить врага, воспитай его детей. Чтобы наших детей не враги наши воспитывали, а чтобы воспитывали мы, с молодежью нужно встречаться, с молодежью нужно рассказывать именно ту правду. Может быть, они ее сразу и не воспримут, но тем не менее я уверен, что многих это побудит к тому, чтобы все-таки докопаться до истины. Поэтому это было важно всегда, а сегодня это важно вдвойне. Те встречи, которые мы проводим и в трудовых коллективах, и в молодежной аудитории со студентами, со школьниками, они крайне важны. Валерий Викторович.